слава тебе, Царю небесный, утешителю души истины, и небесный, и вся исполняй сокровища моих, и жизни подателю, прилипся ли Отче наш, еси на небеси, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. Свое искушение, но избави нас от лукавого. Итак, вот Твое есть царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Спаси, Господи, свою кровью, сие освятите изволивы. Крестом своим от работы вражья, мир искупивый, и древние рукописания врага нашего дьявола, крестом растерзавый, и род человеческий от мучительства его, тем свободивый. Тебе смиренно молим, призри милостивно, на знамни сие крестное, и не спасли Божественное Твое благословение и благодать, и подашь Ему силу и крепость, яко да всяк
иже воспоминания спасительных Твоих страстей и животворные Твоей смерти, сохранение в защищении души и тела, кланитесь будет, небесное благословение помощним приять исподобиться, яко жезл Ааронов в отражении супротивных неверствия, испражение волшеб мечтаний, благословил еси, си-си-сие, знамение крестное, благослови, и сопротив всем козням дьявольским твое заступление помощнее влей, якода всякому, кланящимся ему защищение и соблюдение от всякого зла души и тела спасительное, и умножение в нем духовных твоих дарований и христианских добродетелей твоей благодатью будет. Ты будешь благословляя, освящая всяческое Христе Боже наш, и тебе славу, благодарение и поклонение высылаем с обезначальным твоим Отцем и пресвятым и благим животворящим твоим Духом, ныне и присно, и во веки веку. Высоких живи, на смиренные презирай, твои рабы недостойные, кто тебе, преклонником вы и сердца нашего, и тересе и смиренно молим тебя, после небесное твое благословение, на знамни се крестные, и в окроплении священные, воды исполни твои силы и крепости, когнание и разорение всякие, дьявольские козни, всякому кланящимся, ему, верному рабу Твоему, дать быть и защищение души и тела от лица враг видимых и невидимых, и от всякого зла, и умножение Твоей благодати. Ты будешь освящение наше, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веку. Благословляется и освящается знамение сие крестное, окропление в лице священное, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляется, освящается знамение сие крестное, окропление в лице во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляется, освящается знамение сие крестное, окропление в лице священное, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Паси Господи, любовь Твоя, и благослови нас даяние Твое, победный православным христианам, нас обративные даруя, и Твое. Спаси нас! Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем! Тебе, Христе Боже, уповай!
Пане наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присей во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, нищий, Владыко, благослови. Истинный Бог наш, молитавр, чистый своей Матери, силою честного, животворящего Христа, преподобных и богопресвятые, преподобные Параскевисепские, святые праведные Бог Отец, як имянный всех святых, помилует и спасит нас, яко благ и человеку любит. Здравия и спасения во всем благое поспешение, по наш Господи, рабом Твоим, священному игумену Филарету, богоспасаемой его паствой и всесте учащих и учащихся, и труждающихся здесь поющих, и сохрани их на многое лето. Освящение креста Господня, крест Господень, как вы слышали в молитвах, то освобождение нас от греха, пригвождение наших грехов на кресте Господне, это очень большое торжество всегда, освящение креста, особенно когда мы его совершаем при каких-то особенных обстоятельствах, и пусть здесь на этом прекрасном приходе отца Филарета, в этом просветительском центре, который становится важным центром для богословского образования, для просвещения. Я думаю, что это событие символично, потому что крест Господень всегда нас освящает, всегда нам дарует новую жизнь. Не случайно мы носим на грудях своих крест, потому что без креста нет христианской жизни. И пусть крест как освещает нашу жизнь, так осветит и деятельность, которую здесь под покровом отца Филарета Константин Борисович проводит, и все вот преподаватели, учащиеся, конечно, мы имеем великое-великое торжество в этом освящении креста. Оно будет всегда для нас знаменательным и вдохновляющим. Мы сейчас приложимся к этому кресту и поблагодарим Бога, что увенчивает наши труды своим знамением нашего спасения. Всегда вот мы смотрим на крест, это надежда наша, наше освящение. Пусть Господь этим крестом вдохновит нас дальше нести свое послушание. Будем просить Филарета, чтобы оно здесь у нас развивалось и в ширину, и в глубину, и в высоту. Потому что действительно вы слышали, как на круглом столе было очень много сказано о том, как сейчас образование, посвящение, богословие важны для жизни, вообще для общества прежде всего. Я думаю, что миссию, которую Господь призвал
нам совершать здесь, на этом святом месте, мы, Христом Господи, совершим, и да благословит и каждого из нас этот крест, и всю нашу деятельность, и все наше посвящение, все то, что мы можем принести на алтарь Божий нашей жизни, самое, самое святое. Поэтому кресте Господень, сила Христова, вселись у нас и благослови нас. Прикладываемся ко Христу и благодарим Его. Вознесися на кресте волею, ти заіменитиму твоєму новому жительству, щедроти твоя даруй, Боже, возвеселена силою твоєю, победи даяла нам супоставати, пособи і мучим твоє оружие мира, непобедимую победу. Благодарим всех сердечно за святые молитвы. С низким поклоном благодарим вас, дорогой Патриарх Отец Николай, за труды ваши все и за те, которые вы полагаете здесь, в нашем духовно-просветительском центре «Ковчег», где будет со временем с Божьей помощью формироваться ученый совет, как мы сегодня, обсуждая этот вопрос, об этом говорили. Благодарим вас и за труды на далекой и духовно близкой для нас земле италийской, за святые молитвы, за то, что вы совершили чин освящения всего креста. Вы очень верно сказали о том, что без креста нет спасения. Жизнь христианина – это крестоношение, это то, что является, наверное, сонесением креста со Христом. Христианство – это прежде всего радость, радость, и, как говорят некоторые богословы, еще раз радость, радость Пасхи. Но, как верно когда-то заметил отец Милан Джуст, наш друг, который много помогает в устроении духовной жизни для нашей диаспоры, не только для нее в Италии, радость Пасхи связана все-таки тесно и непосредственно с крестом. И пасхальный свет и радостный день настает после Страстной Седмицы, после того, как мы воспоминаем страсти Христовы. Дай Боже, чтобы этот крест напоминал нам и о духовной радости, и о том, что все благое приходит и дается через преодоление многих искушений и через многие труды. Благодарим сердечно всех. Спаси всех, Христос, и позвольте провозгласить еще раз многое лето. Пожалуйста, как благословил батюшка, можно подходить, прикладываться к новоосвященному Христу. Благоденственное, мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение подашь, Господи, рабом Твоим Христу любивому, высокопреподобному, протоиерею Николаю, с Богу хранимую Пасхою, всем сде труждающимся во благочестии, всем сде учащим и учащимся, всем сде предстоящим в покаянии, с усмирением молящимся всем у них женам, заповедано молитесь о них. И сохрани, Господи, милостью Твоей, во здравии же и во спасении нам многое и благое лето. Многое лето, многое лето, многое лето, Боже, нам много.
Филарет только что сказал о новом начале, которое дает это событие жизни каждого из нас и общему делу, ради которого мы все здесь собрались. И слушая, когда отец Николай упомянул этот круглый стол, я поймал себя на мысли, что, наверное, я никогда в жизни не присутствовал на круглом столе, который имел бы настолько плодотворное продолжение. И если возможно свидетельство того, что жизнь все-таки живая жизнь, вот та, в которой мы сейчас, сию минуту все с вами участвуем. И богословие, которое преподается в аудитории. Вот если возможно свидетельство, что они неразрывны, то вот мы все, каждый по-своему сейчас в этом участвуем. И я бесконечно благодарен отцу Филарету, что он нашел возможность именно сегодня с нами, со всеми, в эту пятницу приобщиться к этому высокому делу. Вы упомянули отца Милана, от него только что пришло письмо, где он просил поприветствовать всех участников. Он мысленно сопровождает эту нашу встречу, очень хотел бы быть сегодня с нами. И я думаю, он выразил то, что хотели бы выразить многие. Вот. Поэтому поблагодарим всех, кто мысленно с нами сегодня здесь присутствует. И будем надеяться, что силы честного и животворящего креста будут побеждены многие наши немощи. Помощь придет к нам молитвами наших пастырей. Спасибо, Господи. Спасибо.